Привет, мои дорогие, привет, мои хорошие. Я рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Инга. И сегодня, в дождливый, к сожалению, день, мы с вами возвращаемся к Ведьмаку Третьему «Дикая охота». Итак, друзья, мы с вами в Оброницах, и мы с вами ожидаем, пока Геральту сделают доспех. В прошлой серии мы с вами выяснили, кто в конце концов тут мастер-бронник, а кто нет. Ну и пока мы ждем окончания изготовления доспеха, давайте, может, кстати, подойдем. Может быть, уже и готово? Говнюк. Это кто это? Вот так вот. Ты идешь, а тебе в спину. Нет, друзья, как видите, дело идет полным ходом. Йоанна еще работает. Ну а Фергюс развлекается тем, что лупит меч, иначе это не назовешь. Да, ну слушай, это очень огромный доспех. Это, наверное, не на Геральта, я даже не знаю. Там два Геральта поместятся в это туловище, которое там куется. Может быть, оно, конечно, сядет, когда его ополоснут в кислоте. Все возможно. Так, эти тут развлекаются, друзья, а мы давайте тогда переключимся на задание, по которому, в принципе, мы сюда и пришли, а именно по нашему основному. Так, уродец. Рассказать сержанту, что мы хотим забрать Уму. И где его теперь искать? Это меня к дождю так ломало. Ах, вот оно что, к дождю тебя ломало. Я думала, тебя после спирта махакамского так ломало. Так, ну что ж, барон. Я надеюсь... Так, нет, я не надеюсь. Мне вообще-то не сюда. И барона здесь давно нету. Кто у нас тут? Ага, да-да, помню я тебя, помню, сержант. Я по делу. Но? Но? Мне Ума нужен. Я пришел забрать Уму. У барона надо спросить. А так склалось, что нету его. Я не буду никого ни о чем просить, я сообщаю. Можешь попробовать мне помешать. Ха. А это было бы ошибкой, смертельной ошибкой. Думаешь, я тебя боюсь? А должен бы. Стоит бояться. Да-да. Добро. Не буду проливать кровь из-за какого-то урода. Забирай его, сходи к конюшему. И с катертью дорога. Премного благодарен. Видишь, как ты тут обосновался-то. Тут, конечно, был барон, это были его покои. А теперь тут этот сержант. Это что? Требования нильгарцев. Так, давайте-ка возьмем и давайте-ка почитаем. Филипп Стренгер, твои проблемы со снабжением нас не интересуют. Мы заключили договор на выполнение определенных условий и от имени Нильгарской империи требуем их выполнения. В противном случае наши взаимные обязательства будут признаны недействительными, а твои привилегии аннулированными. С уважением. Хавард Вар Майхоен. Полевой маршал, командующий армией Центр. Понятно. Ну, друзья, как мы помним, барон-то вроде как бы держал, если ничего не путаю, нейтралитет. Не было у него тут нильгарцев. Не было, правда, и никого другого. У него была, как сказать, своя баронская республика. Кровавый барон звали его люди. А теперь, как видите, нильгарцы тут хозяйничают. Падалью смердит. Падалью тут смердит еще не то слово. Так, мы куда-то зашли. Мы сюда зашли. Нет, нам здесь не надо. Ой-ой-ой, нам точно тут не надо. Пуй-пуй-пуй. Нам надо сюда. Так, и кстати, у Геральда тут есть его сундучок. Я в стаканчик накатил. Я так думаю, что в этом сундучке мы можем кое-что спрятать. Да, Геральт, видишь, какую тебе выдали
комнатеночку. Что за шмотки тут у нас валяются? Все, помню. Это задание мы давно выполнили. И вот что у нас творится в нашем сундуке. Да, мы кое-что сюда сложили, и не кое-что, а я сложила сюда множество мечей, которые мне, как говорится, дороги как память. И пусть они, наверное, здесь и будут. Более того, я сюда, наверное, сложу и Blood Ed, и вот эти все прочие мечи, которые, в принципе, можно продать. Но будем считать, что это некая геральтовская заначка. И на крайний случай он все это продаст. А пока что это будет просто инвестиция в железо. Все они, конечно, хуже, чем наши мечи. Так, ну а мечи школы Грифона мы оставим при себе. Глядишь, они нам понадобятся. Так, это мечи школы кота, насколько я помню. Их тоже можно улучшить. И чертежи, насколько я помню, у нас тоже есть на то. Ладно, ну вот так вот подразгрузились. Вот теперь можно выходить. Чё, спим? Солдат спит, служба идет. В принципе, прежде чем, может быть, идти забирать Уму, я бы дождалась, пока сделаются наши доспехи, потому что я не думаю, что с Умой на руках мы сможем тут еще где-то свободно передвигаться. Давайте посмотрим. Так, Яна. Геральт, рада тебя видеть. Нужно что-нибудь? Да мне доспехи нужны, вообще-то. И в Гвинт с тобой... Мой доспех-то уже готов? Как там мой доспех? Почти готов. Но я бы над ним еще поработала. Дай мне немного времени. Ну ладно, ладно. Увидимся. Работай, работай. Так, ну что ж, раз Йоанна работает, давайте тогда, может быть, мы с Геральтом тут сядем рядом с бочечкой и просто-напросто помедитируем. Я не знаю, сколько еще надо медитировать. Давайте сделаем так. Это планетники нам дождь посылают. И посмотрим на задание, насколько готов или не готов. Так, мастер Бронник. Сутки. Сколько ж еще ждать? Прошли почти сутки, друзья, поэтому давайте-ка я поставлю. И что ж, давайте ждать и не двигаться никуда дальше. Ой, извините, зятька. Мы не знали, что вы птица. Будем ждать. А давайте ждать до рассвета. До 6. Что ж, наши бронники работали всю ночь, я так понимаю. И всю ночь лил дождь. Так, ой, что-то мы уже тут распинали. Геральт, это не твои ли доспехи? Геральт, да. Рада тебя видеть. Нужно что-нибудь? Готов доспех. Ну, готово, не готово. Как там мой доспех? Все готово. Я усилила сочленение и обдала пластины кислотой. Все как принято в моем клане. Спасибо. Сколько я тебе должен? Успокойся. Если бы не ты, меня бы здесь не было. Это подарок. В благодарность за твою помощь. Возьми. Пусть он сослужит тебе добрую службу. Спасибо. Там стоит девица на заднем плане. И усиленно чешется. Геральт. Доспех охотников за кем? Это планетники нам... Мастер Бронник, задание выполнено. Так, а мы посмотрим с вами непременно доспех. Ах, мы его не можем одеть. Нам мы еще уровнем не вышли. Доспех охотников за колдуньями. Средний доспех.
О, как? Это довольно интересно. Так, но тем не менее, кстати, мы еще у этих людей можем заказать, наверное, какой-то другой доспех, а именно улучшение грифона, я так понимаю. Геральт, рада тебя видеть. Нужно что-нибудь? Да-да, сейчас я тебя загружу, мне нужны доспехи. Мне нужен ведьмачий доспех. Итак, ведьмачий доспех. Давайте посмотрим, что у нас есть по школе Грифона. Доспех школы Грифона. Так, нам нужен... Ах, отличный доспех сначала мы должны сделать, да? Школа Грифона. Давайте посмотрим, есть ли у нас отличный. Итак, друзья, у нас есть отличный доспех школы Грифона, который нам, в принципе, сейчас и нужен. Единственное, что нам на него не хватает, как видите, шкура драконоида. Ее можно купить, но нету двемеритовых пластин. И, насколько я помню, у нас двемерит был. У нас были двемеритовые наручники, поэтому я думаю, что мы сейчас их, наверное, с вами и сделаем. Итак, изготовить. Сколько их там нужно было? Посмотрим. Так, доспех школы Грифона. Мастерский нет. Нужен сначала отличный. Куча всяких одежек у нас, и, естественно, тут пока найдешь. Так. Ага, даже больше сделали, но не страшно. Что ж, давайте купим и изготовим. Денег это стоит немерено, но, тем не менее, Геральт наш приоденется. Вот так вот. Отличный доспех школы Грифона мы сделали. Так, теперь, раз уж мы начали делать доспехи, то давайте посмотрим и остальные вещи, такие как перчатки, штаны, сапоги. Так, мусор. Мы можем сделать мусор. Это мы можем сделать всегда. Итак, отличные перчатки школы Грифона. У нас есть все для них. Ага, давайте изготовлять. Язык чудовища. Так, перчатки сделали. Теперь нам нужны сапоги. Отличные сапоги школы Грифона. Метеоритное серебро. Так, и теперь нам нужны брюки. Штаны. А вот на штаны, очевидно, уже и не хватает. А может и хватает. Отличные штаны школы Грифона. Что нам не хватает? Слитка метеоритного серебра. Неужели же мы не можем его сделать? Давайте посмотрим. Компонент. Метеоритное серебро. Вот, все есть у нас. Вот так вот. Один нужен был, по-моему, да? Так. Нет, не доспех, штаны. Давайте делать яйцо чудовища. Угу. Ну-ка, что тут пишет? Бонусы за третью деталь. Если вы расходуете энергию на знак,
В стандартном режиме следующий знак, расположенный в течение 3 секунд, в стандартном режиме не будет расходовать энергию. Размер ловушек увеличен. Ага. Так, ну что ж, а сейчас мы приоденемся. Что ж, спасибо. А, и, по-моему, мы сразу уже и переоделись, да? Мы же поменяли наши доспехи на новенькие. Да, друзья, Геральт у нас теперь обновленный. Вот такая вот на нем кольчужка. И, в принципе, мы можем ее, наверное, тут же и улучшить до более высокого, пока мы здесь. И давайте попробуем это и сделаем. Геральт, рада тебя видеть. Нужно что-нибудь? Давай попробуем еще доспехи сделать. Мне нужен ведьмачий доспех. Итак, сможет ли Геральт его одеть? Он уже не улучшенный, а... А, мастерский. Так, мастерский доспех. Нам не хватает шкуры драконоида, которую мы купить никак не можем. Угу. И нам не хватает метеоритного железа, ну, которое, в принципе, мы можем купить или сделать, но нам нужен драконоид. Так, что ж, давайте тогда посмотрим, что нам нужно на все остальное. Может быть, тоже какие-нибудь шкуры. На те же штаны, например, мастерские. Так, метеоритное серебро у нас есть. Ну ладно, пусть у нас Геральт тогда бегает в таком сете, который есть. Теперь, мне вообще-то нужен еще оружейник. И это наверняка будет у нас наш эльф. Бывай. Мастер. Если льет, в Новиграде. И не высунуться. К нему-то мы и обратимся. Так, а мы пошли давайте за Умой. А сказано было обратиться к конюху. Где-то есть. Вот он. Конюшенный. Я забираю уродца. Нет такого. Сержант Ардаль разрешил. А привезете его обратно? Скучно без него будет. Ах, вот как. Вы тут развлекаетесь. Так, уйди с дороги. Ну, найдете себе другое развлечение. Найдите себе другие развлечения. Не знаю, наловите лягушек, наставляйте им в жопу соломинок. А что? Так ведьмаки развлекаются. Нет, так развлекаются. Лучше бы тебе не знать, как они развлекаются. Вот, Геральт. Открывай дверь, живо. Рассердили. Ух, а почему у нас что-то провалено? Привет, вдруг? Малыш. Вот плотва. Мы на ней поедем в Кэрморхен. Ну, пойдем. Ну, Геральт, а как ты думаешь, он залезет на лошадь? Крыса. Ох, сейчас его... Плотва, не затопчи! Что за... Хватит дурачиться, едем. Так, друзья, что я вам хочу сказать? Это все, конечно, очень хорошо, но у нас провалено распутывая клубок, а там, насколько я помню, у нас была целая серия заданий, значит, все-таки рано мы забираем Уму.
Давайте мы его завезем. Куда бы мы его везли? Ох ты ж, елки. У нас гости. На нильфгаардских боевых конях. Кто бы это был? Чего вам надо? Император Табай недоволен. Тогда пусть просит о помощи другого. Император не просит. Ни тебя, ни кого другого. Ты едешь с нами в Изиму. Ты уверен? Не стоит. Ладно, езжай первым. А третья армия возьмет Банглиан с запада. Позвольте заметить, разведка сообщает, что гарнизон Банглиана почти полностью состоит из наемников. Предлагаешь подкуп? Мы возьмем город без людских потерь. И куда быстрее. Отдавай приказы и приступай. Как прикажете? Йеннефер тут. Император, Йеннефер. Я позвал тебя не любезностями обмениваться. Докладывай. Как поживаешь? Так, а вообще-то нефиг мной командовать. Без любезностей, тем лучше. Но помни, я не твой солдат, так что не нужно мне приказывать. Ты предпочитаешь, чтобы я отдал приказ стража? Оглянись, мне достаточно кивнуть. Геральт. Слушаю что тебя. Что Геральт? Это... Этот человек — ключ к поискам Цири. Я даю тебе три свежих следа. Предлагаю помощь разведке и придворной чародейке. А ты вместо дочери привозишь мне какое-то чучело! Ради твоего же блага, надеюсь, это не весь твой рапорт. Весь? Я ищу иголку в стоге сена. Причем эта иголка может в любой момент... Задание сложное, я понимаю. И что с того? Послушай, я правлю самым большим государством, которое только видел этот мир. Я веду войну с севером, командую десятками тысяч солдат. А дома меня ждут корпорации и дворяне, которые мечтают только о том, чтобы спихнуть меня с трона. Так что не жалуйся на жизнь. От меня жалости не дождешься. Не, друзья, я не буду его щадить. Это чучело может быть твоей дочерью. Это чучело может быть твоей дочерью. Тело Умы создано проклятием. И в нем кто-то заперт. Ты сумеешь снять заклятие? Я провела исследование, разослала запросы, но мы не знаем формулу, которую использовал заклинатель. Вафаэль, Элайне, Каэдмил Фолье, Глайдив Дорне Айптенайт, Бун Дроитне и Хаус. Мне Лютик сказал, а ему сказала Цири. Хоть раз ты меня приятно удивил. Йеннефер, я повторяю вопрос. Да. Пожалуй, я смогу. Но надо... Подробности меня не интересуют. Геральт, ты узнал немного, но куда больше, чем неудачники из моей разведки. Вот половину условленной награды. Вторую половину получишь, когда приведешь Цири. Ох, не знаю, Имгар. Я не собираюсь ее сюда привозить. Я не собираюсь ее сюда привозить. Вот так. Я бы на это не рассчитывал. Это не просьба, Геральт. Это приказ. И я очень тебе советую. Не пренебрегай им. Аудиенция окончена. До свидания.
Ох-ох-ох, куда подевалось твое ехидство, Йеннифер? Ну, хотя можно даже и не спрашивать. Куда подевался твой ехидный юмор? Ты была покорна, как студентка Аритузы в кабинете ректора. Я просто знаю, когда стоит придержать гордость и слушать. В отличие от некоторых. Получи. А, я понял. То есть ты показываешь мне когти, потому что я простой ведьмак. А... Послушай, Геральт, ты действительно хочешь это обсудить? Сейчас? Давай ссориться в более подходящее время. И в зале, где меньше ушей. Ну, в принципе, тут уже ничего и не скажешь. Так, как мы снимем проклятие? Так как мы снимем проклятие Сумы? Надо отвезти его в Каэр Морхен. А, Геральт, прости, но я не сумею перенести тебя Сумой и Платвой, так что... Ничего страшного, я поеду верхом. Никогда не любил телепортов. Береги себя. Постой. Возьми. Будет лучше, если он пока что побудет у тебя. Что это такое? Ах, да. Ну да. Я поехала. Долгие поиски Цири привели Геральта к мысли, что ключом к разгадке тайны послужит Ума, самый отвратительный человек на свете, над которым тяготело загадочное проклятие. Проклятие следовало снять, поэтому Геральт взял Уму с собой туда, где жили самые лучшие знатоки злых чар, в ведьмачью крепость Каэр Морхен. А вот и шкура. Тихо. Платва. Успокойся. Белохвосты у самого замка? Что-то ребята расслабились. Долго тебя не было. Долго. Как дорога? Пару миль назад видел Велохвоста, а так все спокойно. Только пассажир все время вертится. Так, что у нас тут? Множественные деформации? Глаза, уши, ноздри, заячья губа, а это... Да-да-да-да-да, не трогай. Тише. Вот холера, права была Йен. Не красавец он, конечно. Так, а ты где так испачкался, кстати? Да ты немногим лучше выглядишь. Где ты так изгваздался? А, это я известь для раствора крошил. Нужно стены подлатать. Не то они в конец рассыпятся. Да. Многовато работы для одного. Ламберт и Эскель не помогают? Нет. Йеннифер нашла им более важное занятие. Ну, понятно, что она уже здесь. Йен уже здесь? Здесь. Еще как. О, вы поссорились? Геральт, я понимаю, что она женщина, как это сейчас говорят, эмансипированная. Но разве хорошие манеры на нее не распространяются? Что случилось? Телепортировалась, и никакого тебе здравствуйте. Сразу, мол, будем снимать заклятие, нужно сделать то и это. Эскель, Ламберт, шевелитесь. А потом пошла в комнату для гостей и кровать с балкона выбросила. Чего? Кровать? Хорошая была кровать. Я ей то же самое сказал. Дубовое основание, пуховый матрас. Трис всегда говорила, что... Ах, Трис. А, тогда понятно. Ну да.
Или ей просто не нравится дубовая мебель? Да, нет, ей не нравится дубовая мебель. А что кроме мебели она задумала? Так что задумала Ян? Хотел бы я знать. Она не объяснила? Она сказала, что ей нужно, чтобы снять заклятие. А вот как она собралась это делать, молчит. Хотя мы спрашивали. Подозрительно, да нет. У нее есть наверняка свои причины. Может, у нее есть на то причины. По крайней мере, одна. Она что-то там себе решила и не хочет, чтобы мы мешали. Так, да, кровать была хорошая, я скажу это еще раз. Хорошая была кровать. Я ей то же самое сказал. Дубовое основание, пуховый матрас. Трис всегда говорила, что... Все понятно. Тогда понятно. Ну да. Интересно, она выбросила только кровать или все остальное? Где же теперь спать будет? Где мы будем теперь спать, а где все остальные? Ну ладно, так где все? Эскель охотится на велохвостов. Их и так нужно извести, пока не расплодились. Но а Йеннифер хочет из них добыть какие-то ингредиенты. Как говорится, одним выстрелом двух зайцев. Ламберт еще в замке. Собирается в горы, чтобы наполнить филактерий энергией стихий. Ага. А Йен? Собирает мегаскоп. Хотела и меня загнать к себе в помощь. Я должен был бегать с какой-то пищащей штуковиной и чего-то там искать. Да я слишком стар для таких глупостей. Пойду с ней поздороваюсь. Хорошо. Только не жди, что она тебе бросится на шею. Ну, главное, чтобы она не бросила в нас кровать. Правда же, Плотва? Плотва? Ты уже тренируешься, ты отжимаешься. Плотва у нас прессует сено. Ну что ж, Плотва, ладно, раз тебе так больше нравится, делай, что хочешь. Так, друзья, ну, как бы оно ни было хорошо в Каэр-Морхене, где мы давненько с вами не были, ну, наверное, все-таки стоит вернуться к тому пункту, пока мы не провалили задание «Распутывая клубок». Мне все-таки хотелось бы пройти все. Весемир, что ты тут делаешь? Мы можем поговорить? Как тебе помочь? Чем я могу тебе помочь? Умеренно. Ума-ума, ну, все прекрасно понимает. Так, я Цири ищу, ты знаешь ее? Я ищу Цири. Пепельные волосы, шрам на щеке. Ты видел ее? Явно видел. Явно видел. Существуют ли универсалии как конкретные вещи? Ну-ка, Гера, спроси какую-нибудь универсальную глупость. Как думаешь, универсалии могут существовать как сущности конкретных вещей? Или они являются лишь порождением разума? Ага, я тоже так думаю. Вот и поговорили. Береги себя. Самый уродливый человек на свете. А с Весемиром о чем мы можем поговорить? Опять? Нет, 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 нет. Сумму мы не будем говорить. Мы можем поговорить? Он не разговаривает с Весемиром, он разговаривает только с Умой. Наш Геральт, и поэтому до свидания. А Весемир, может быть, береги попытается себя. Что-нибудь из него выжить. Хотя, зная дедушку Весемира, вряд ли у него что-то получится. Так вот, друзья, не хотелось бы пропустить задание «Распутывая клубок», поэтому давайте-ка мы вернемся к этой исходной точке, а все, что здесь произошло, мы запомним и непременно продолжим. Итак, друзья, вернулись мы к нашей предыдущей сохранке. Опять сделала я Геральту новую броню.
продвинутую. И находимся мы с вами, давайте я сама себе напомню, идем по следам, распутывая клубок. Дело в том, что надо было встретиться с Ламбертом в той самой корчме, нигде. Туда мы сейчас с вами и отправимся. Мы совсем забыли и о Ламберте, и еще на самом деле есть куча дел, прежде чем мы пустимся с вами в Каэр Морхен. Поэтому, ну что ж, немножко откатились. Хуже от этого не будет, я думаю. Заодно полюбуемся прекрасным серым закатом. Странно, новая отметка. Неужели тут не была? Так, ну что у нас тут в Багдаде? Ксенфурские ворота. Давно. Спасибо за помощь, известно, дышит. Без тебя мы бы его не поймали. Еще дышит, кого его? Я рыбка золотая. Я ничего не помню. Кого его? Еще надо теперь попробовать найти эту таверну. Нигде. И Геральту надо зайти постричься, побриться. Но боюсь, что сейчас ночью это вряд ли у нас получится. Но тем не менее мы в городе. Пам-парам. Это что, сюда что ли? Подожди. А, вот как. Давно мы не были в цивилизации. Дикий мужик со Скеллиги возвращается в Новиград. Все. У нынешней молодежи в голове сплошно. Так, ага, вот она, та самая корчма. Знаете, она? Из-за кого это война? Нигде. Из-за Нильфгарда. Они ведь первые она. Границу перешли. Так, ведь все не так, ну что, Ламберт, Ламберт. Хочешь, я тебя обниму, грязнуля? Продолжать не будем. Так. Я уже совершенно не помню ни корчму. А, не, вот он. Так, ну что, сиди, не вставай. Что так поздно? Что так поздно, не прошло и года. Каулер, кажется, в Новиграде и по-прежнему ведет какие-то общие дела с Хаммондом. Я тоже кое-что узнал. Он по-тихому торгует живым товаром. Корабль у него есть. Жемчужина берега. Ходит отсюда на Скеллиге. Сменил имя. Теперь он Роланд Тройгер. Уважаемый новиградский купец и филантроп. Живет он в Золотом городе. Так, встретимся у его дома или пойдем к Таулеру? Вот что теперь? А что с Делисой, кстати? А что с Делисой? За нее было некому заступиться. Тебя же со мной не было. Что значит? Он ее убил, что ли? Ах ты ж, елки с палками. Ну ладно, так, встретимся у дома или пойдем? Давай-ка пойдем, Ламберт, давай пойдем вместе. Ладно, пойдем проведать Таулера. Потому что мы запросто можем заблудиться, если пойдем сами. Нас опять не будет полгода. Угу. У меня есть план, как проникнуть внутрь. Если твой план не учитывает стражников, наверное, придется его пересмотреть. Подожди, пока сами не начнут. Вас ждут. Прошу за мной. Нас ждут? Очень интересно. Так, что за странные детишки? Чувствуйте себя как дома. Странно у него глаза. Он ведьмак? Ах, ну да, ну да, ну да, ну да. Позвольте представить мою жену? Летицию и двух моих карапузов. Вот тебе и аморальная дулема. И я вас наслышан. Вы много обо мне расспрашивали, а на такие вещи я всегда обращаю внимание. Из какой-то школы? Школа, да. Из школы кота. Нас мало осталось. Ой-ой-ой-ой, так, ну не хотелось бы устраивать поножовщину, честно говоря. Так, как вышло, что ты стал ведьмаки бесплодны вообще-то, кстати? Ну-ка, давай-ка спросим, как ему это удалось? Ведьмаки не могут иметь детей. Но могут их усыновить. Или принять понятно. Под свой кров вместе с матерью и признать своими. Геральт, твои надежды не оправдались. Так, а как же ты купцом стал? Может, это у меня получится, если с детьми никак? Могу представить, как ведьмак становится наемным убийцей, но купцом. Да запросто. А почему нет? Каждый из нас когда-нибудь мечтал изменить жизнь, а я решил, хватит мечтать.
Говорят, ни один ведьмак не умер в постели. Я собираюсь стать первым. Это мы еще увидим. Так, Ламберт не намерен осуществлять твои мечты. Так, у Ламберта к тебе вообще-то дело. Надо было сохраниться. Мой друг хотел бы с тобой поговорить. Чует мое сердце. Забери детей, Летиция. Ага. Гости хотят поговорить со мной наедине. Но по идее мы должны, наверное, все-таки на сторону Ламберта вставать. Я так думаю в этом раскладе. Я слушаю. Геральт, говори ты. А то меня сейчас кондрашка хватит, и я порешу ублюдка на первом слове. Да. Милый дом. Жена, кстати, знает о твоем прошлом. Ну, давайте все по порядку. Хорошо ты здесь устроился. Оказалось, у меня есть деловая смекалка. На безбедное житье денег хватает. И на филантропию. Приют Девы и Мирабеллы на скудность пожертвований не жалуется. Как и городской фонд попечения вдов и сирот. И многие другие. Ну, просто идеальный ведьмак. Жена знает... Твоя жена знает, кем ты был? У нас нет друг от друга секретов. Каждый день она молится за меня. И знаете что? Кажется, это действует. Ну, прям так уговаривают, Спокойно, Ламберт. В тот день, когда я сделал ей предложение, я признался ей во всем. И с того дня начал новую жизнь. С чистого листа. Так, а помнишь ведьмака Айдена? Освежите память. Еще помнишь ведьмака Айдена? Убийство в Эландере. Хорошо оплаченное, как я догадываюсь. Я помню и его, и других. И обо всем сожалею. Только вот с Айденом все было сложнее. Что бы там ни говорили, мы не собирались его убивать. Нам пришлось, когда он на нас напал. Ну а теперь кто правду-то узнает? Ну, все равно давай выслушаем тебя. Как, по-твоему, было дело? Айден принял заказ расколдовать дочку герцога. Взял деньги, напортачил и уехал, когда девушка умерла. Ты лжешь! Мы не должны были его убивать. Мы просто собирали долги. Денег у него уже не было, и мы потребовали его мечи. Ну да, кто ж он отказался. Начался скандал. Виена сидела в укрытии. И ее подвели нервы. Она всадила Айдену стрелу в глаз. А потом начала рассказывать собственную версию этой истории, чтобы замазать свою вину. Ага, а этот теперь... ну да. Ой, короче, та валит на этого, этот на того, и теперь уже совершенно довольно непонятно, рассказов. Где... И что теперь? Истина где-то посередине явно. Так, ты изменился, ты изображаешь раскаяние, слишком поздно для раскаяния, мы оставим тебя с миром. Так, надо, наверное, как-то, давайте скажем, ты изменился, давайте сделаем вид, что мы ему поверим, хотя он как-то слишком мягко стелет. Ты действительно изменился. Теперь единственное, что для меня важно, это прощение. Ты поверил в эту чушь? Этот ублюдок врет, как дышит. Да нет, давайте не будем его убивать, пусть сирот кормит. Оставим его, пойдем. Ты охренел? Охренел, да. Это один из тех случаев, когда нужно сдержать бешенство и довериться тому, кто еще способен думать. Пойдем. Сука, Геральт, ты что? Пойдем, я сказал, ты всегда сможешь вернуться. Ну, в принципе, да, он не прячется. Но он никуда не уходит. Он здесь с женой, с семьей. Я надеюсь, здесь он и останется. Я надеюсь, что Ламберт не придет. 4 очка опыта. Обалдеть. Не собираюсь. Просто я решил, что Таулер не заслуживает, чтобы его хладнокровно убили. Если ты считаешь иначе, можешь к нему вернуться. Но без меня. Как бы я хотел дать тебе по морде. Мы еще встретимся. Когда-нибудь. Бывай. Ламберт, я надеюсь, что с Ламбертом мы действительно встретимся и будем с ним на одной стороне. Первый раз из зла отправиться Эверейну и поговорить с ним о контракте. Порядок, есть порядок. А что за первый раз из зла? Давайте посмотрим, что это такое.
Это, а, да, это, а, да, это дополнение. Так, но тем не менее, у нас здесь рядышком тоже есть заданица, которая нам пока что по карману, по уровню. А именно гвинт, высокие ставки. Нам надо, ага, так, нет, это где? Это Новиград, Новиград. Где-то было старые товарищи, да, Вернон Роше. У нас на повестке дня, давайте посмотрим, где он. Где-то был, где-то тут был. Ну, в общем, почти. Почти рядышком. Вот, ну, думаю, что к Вернону Роше мы отправимся уже с вами в следующей серии. А в этой серии давайте с вами прощаться. Алло. А я пока что последую за Ламбертом, поскольку мне страшно интересно, куда же он направляется. И как долго он так будет вышагивать. Об этом я вам расскажу в следующей серии. А всем, кто посмотрел эту, я скажу огромнейшее спасибо. Всего вам хорошего и пока-пока-пока.